Отдираешь скотч. Правильно. Может, для кого-то это мелочь покажется. Блин, ну вообще не нравится. Правильно. Почему-то вот этот скотч при любом случае клеит. И он такой липучий. Вообще не отлепляется. У меня такое ощущение сначала было, что это покрытие. Нет, это ну, скотч. А сейчас я поняла, что скотч. Он даже не отмывается, такой противный. Ничего, будет хорошенький. Не, надо сюда, знаешь как, подогреть феном горячим. Оно быстро снимется. Ну, что я буду специально сюда, что ли, фен вести? А не терпит. Надо сразу убрать. Хорошо, уберем. Мешается. Такой процесс по полочкам. Вот такой процесс. Полочки готовы. Так они выглядят. Ольга покрытие наносит в бане. Сначала моет, а потом наносит. Моет так, грязь оттирая немного. Ну, моет-то, конечно. Громко сказано. Ну, я не мою, главное, черноту убираю просто тряпкой, да и все. Мыть, как мыть тут? Надо, чтобы покрытие наносить на сухие доски, поэтому сильно-то не увлажняю, а просто так, лишь бы грязь вытереть. По-хорошему надо, чтобы помыть, все чистенько было и высохло. Потом уже наносить. Ну, в принципе, нормально. А достаточно жарко сейчас у нас внутри. У нас вообще баня. Сама без печи жар дает. Баня с травой. С ящерицами, с муравьями. Все животные тут живут. Прям как на югах. Там же всякие сикарашки. В парилке парилка. Сикарашки всякие там обитают. Хочу показать, вот здесь был большой, как сказать, ну это не гора, наверное, бугор огромный. Небольшой парк сверху был, кто город Барнаул знает. Многие говорят, показывайте город, что происходит. И всегда здесь были праздники, отмечали, ну, какие-то там значимые. Сцена наверху была, музыку привозили, ну, все, что нужно такое было. На Новый год елка. Здесь огораживалась территория. Ну, скорее всего, может быть, так и будет с елкой. Но факт тот, что вот это вот место было для всеобщего доступа для людей. Теперь здесь строится, скорее всего, будет жилой комплекс. Все огорожено забором. Там уже вот эту гору всю сняли. Огромная-огромная. Скорее всего, везде сейчас в центре города строятся высотные дома. Причем около вокзала огромный-огромный жилой комплекс. И, скорее всего, здесь то же самое будет. Центр полностью застраивается высотными домами. Вот подобие. Но это вот один дом стоит такой, да, многоэтажный. А тут вообще огроменный все будет. Я не знаю. Наверное, будет внизу парковка, что ли, если это жилой дом. Так. Ну, праздники, наверное, все равно где-то будут проводить для людей. Здесь я часто показывала эту территорию, потому что мы тут частенько ходили, гуляли. Ничего не поменялось, кроме того, что стройка. Ну, буквально за сколько, наверное, за сезон, да, убрали. Убрали вот эту огромную. Мне даже хочется назвать его гора. Цветочки цветут еще. Слушайте.
пути. Идем, я увидела. Смотри, ты видел вот это мясо пиццы? Не видел. Вкусная. А так это вкусная видишь? Жизнь. Ну вот я и смотрю шарики. Так вообще не было вот этого киоска или как магазинчика. Даже будки это не было. Ты помнишь, как она была в этом году? Не было. А ты видишь же, что шарики, еще раз повторюсь, значит открытие. Да какая разница, шарики, не шарики, я понимаю, открытие, но факт тот, что тут пустое место было, я вот про что. Понятно, что открытие. Это быстровозводимый объект. Да, быстро все растет. Кстати, мы в этом магазине, ну не в этом магазине, а в вкусной жизни мясо покупаем. То есть это сетевой, или как, сетевая фирма, или как, сетевой магазин. Да, там, в принципе, нормальненько. Раньше куриный фарш покупали, сейчас не покупаем. На фоне гудит. Сейчас не покупаем. Хотя мы все же не исследовали, но на фоне Мариера лучше. О, там, ладно, не будем гхшничать в плане, где хуже, где лучше. Рябина, красивая рябина. Долгострой выглядывает. Дом тоже. Видите, какой высокий. Какие-то интересно хаотичные дома строят. Какие выше, точечная, какие ниже. Застройка. Да, точечная застройка. Самое главное. Ой, какое дерево. Красивое. У меня все красиво. Цветочки яркие. Бархатцы. Золотистые такие. Это проспект Социалистический. Около этого дома, я его тоже как-то показывала, уже следующий строится, видите, как все быстро застраивается. А здесь аренда-продажа, здесь был что-то, по-моему, ресторанчик какой-то. Тут корова была на улице, синтетическая. Французская пекарня. Да, и смотрела, да, такая. Печать строится. Строится, обустраивается. Короче, ремонт делается. Здесь что-то еще будет, наверное. Вообще все меняется прямо на глазах. Сегодня идешь одно какое-то заведение. Через несколько дней идешь, уже другие вывески висят, либо что-то делается. Вот это здание тоже непонятно, давно стоит, замороженное. Люблю такие аллейки, как по Бродвею. С одной стороны елочки, с другой стороны зелень разная. И ранеточки висят над головой, как будто грозди винограда.